Любой бизнес, он подразумевает какие-то определенные составляющие, которые могут повлиять на твою опасность или безопасность. Ну, например, безопасность твоих денежных средств, которые могут экспроприировать. Но я здесь, наверное, сравню с туристами. Вот когда к нам приезжают туристы, мы говорим определенные заготовленные слова о безопасности на территории Республики Абхазии. Это не значит, что здесь сильно опасно. Есть туристические страны, в которых намного опаснее пребывание туристов. И такая памятка, она дает туристу знание о том, что все-таки нужно быть начеку. Да? Криминогенная обстановка, особенно в последнее время, она, конечно, очень напрягает всех, и бизнесменов, и туристов, и обычных людей. Криминогенная обстановка и повышение вот этого состояния, то, что ты не чувствуешь этой безопасности, конечно, она влияет отрицательно на все. И на бизнес это влияет. И на то же самое, на поступление инвестиций в Республику Абхазия, и на тех же самых туристов. Очень многие бизнесмены российские, например, они просто развернулись и уехали, потому что они не знали, что ждать в дальнейшем. То есть такие ситуации тоже бывают. Нас вот ограбили, например, велопрокат. Человек собрался и уехал. Криминал, он вообще всегда мешает экономическому росту в странах, в любых. А в Абхазии в частности. Вопрос на самом деле очень такой глубокий, потому что борьба с преступностью, она должна происходить постоянно. И она должна быть практически непрекращаемой.